Ребята, всем привет! Я Аня, и вы смотрите «Идейки за копейки». Бумажный утюг Ла Фанфан мы уже сделали. А вот одежку для нее я тоже сделала давно. Но видео выходит только сейчас. Надеюсь, вы поддержите меня своим лайком. Как вы видите, для себя я сделала 3 уточек разных цветов. А одежку сегодня сделаю для беленькой. Для начала берем листочек. У меня размер А5. Уточку обводим сначала простым карандашом. Далее рисуем кигуруми. Так как уточка белая, я решила сделать для нее одежку яркую и красочную. Рисунок обводим маркером или линером, а можно черным фломастером. А вы уже догадались, какой кигуруми будет? Совсем скоро лето, и я решила сделать костюм пчелки для своей Лала Фанфан. Если ты все еще не подписан на канал, обязательно подпишись. У нас много суперских идей и точно есть чем тебя удивить. Рисунок раскрашиваем маркерами, фломастерами, красками или карандашами. А пока нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить классные новые ролики на «Идейки за копейки». Вы только посмотрите, какая красота получилась! Добавляем румяные щечки и раскрашиваем крылышки. Готовый рисунок обклеиваем скотчем с 2 сторон. Так одежка прослужит долго, не потеряет цвет и не испачкается. Осталось вырезать и приклеить кусочки двустороннего скотча. Давайте примерим кигуруми на нашу утю. Одежку можно легко снять и снова надеть. Если тебе понравилась моя утя-пчелка, не забудь поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Желаю всем нам крепкого здоровья и только мирного неба над головой. А с вами была я, Аня, и канал «Идейки за копейки». Пока-пока!